Йоу, всем привет, дорогие друзья, с вами Ленокс. Сегодня мы поиграем в War Thunder. Вот. War Thunder потерпел много обновлений. Вот, то есть, какие-то обновления в хорошую сторону, какие-то обновления в худшую сторону. Вот, допустим, возьмем B7.0, да? Сейчас B7.0, там летают вертолеты. Вот, разных типов, то есть есть с ракетами, есть с бомбами, там много чего. Вот. И к тому времени добавили еще новые совершенно... добавили много совершенно танков. Вот. То есть, допустим, даже вот на B7.0, да? Где? Ну вот, допустим, на B7.0, допустим, ПТ может... 7657 попасть. Вот. То есть традиция хаос. Вот. Играть, ну, практически сейчас невозможно. На 7.0. Если даже, допустим, у тебя танк не прокачан, да. Вот, так что невозможно играть. Вот. Ну и сегодня мы поиграем на маленьких боях. Вот. Посмотрим, как игра изменилась вообще. И графически, и по звукам, что там они сделали. Вот. Так что будем начинать. Будем начинать. И, кстати, можно еще попробовать сегодня посмотреть морской аркадный бой. Вот. Я как-то играл, но это уже было давно и неправдой. Вот. В основном я играю на танках. Вот. Потому что они как-то ближе. Кто помнит игру World of Tanks, вот, тот поймет. Отлично, Нормандия. Кстати, это две точки. Вообще, в основном, по идее, типа, на этой карте всего одна точка в городе, либо наверху, вот здесь. Вот. Так что сейчас будем смотреть, как у нас играется. Так. Да, давай БТ-7 возьмем. БТ-7. Ну давай, ты рассказывай, как у тебя вообще дела-то? Чё, ты мне лайки не ставишь, почему? Объясни мне, пожалуйста, почему? По какой причине ты мне лайки не ставишь? Не понимаю. Сейчас, короче, у меня идея такая, вырваться просто на точку Б, и там, получается, стоит... Крепость какая-то, и цель. Вот. Встать за нее и просто тупо стоять. Максимально держать позиции. У меня БТ-7, который едет 57 км в час. Ну да, это больше на цель какого-то. Если возьмемся, если получится. А, не ладно, мне уже едет. Они уже приехали. Но я их не предостерегаю вообще никак. БТ, точку БТ я возьму, но только ее надо будет потом удерживать. То есть тяжело будет удерживать. Еще одна точка у нас. Преимущество на нашей стороне. Рашит, рашит, рашит. До свидания, бою вкладочка завелась у молодого. Какого фига он сюда приехал? Ты что, самолет слил? А, нет, это не сделал. Блин, я даже не знаю, типа... Попробую всё так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Не-не-не-не-не. Ну теперь я буду драколить, потому что снаряд бронебойный, он хотя пробитие у него плохое. А, кстати, можно. Понял,
А, то есть это даже за нами не полетело. Все разработчики следят за игрой и постоянно ее... я сейчас подзатыльник получу. Вот. Разработчики следят за игрой и обновляют ее. Так, ну сейчас мне самое главное сейчас объехать без происшествий и точку С ворваться. Ну, вот и 7 только так можно сделать. То есть стоять, крепить. В принципе, мы уже победили, по идее. Поднажмем. Победа близка. Поднажмем. Я и так жму там. А, ну у нас уже хотели чуть-чуть. И что-то они это медленно делают. Потому что я все следил, типа, за точкой, и ее только сейчас взяли. А, у меня ракеты, я понял. САУ. А как тут стрелять вообще-то? Ну ты чё? Ну ты говна, ты кусок! Ну ты зачем ты это делаешь? Я понять не могу. Ну ты же видишь, что я на САУ лечу. Зачем ты ее убил? Я не понимаю. Ну мудак ты, ну зачем ты это сделал? Еще одна точка. Боже, господи, ну для чего ты это сделал? Я просто самолет поставил. Благополучно. Дракола, типа, они не себе. А чё, а, это колесник. Я понял. А как так получилось, что ты точку С отдал? Ещё немного усилий, и победа в наших руках. А, ты уже... Давай, ты слева, я справа. Мы его бутерброд возьмем. Взяли его бутерброд, он его убил. Да ладно. Да ладно. А что это за бред? А я его убить не могу, прикинь. А еще дольше можно было. Я сейчас, конечно, ему не бегал. Было бы обидно. Что-то я, наверное, так встал, потому что он-то меня видит. Большая часть стратегических точек захвачена. Точнее, я его тоже вижу, но у него позиция получилась. Я еще вовремя такая тедель еще. Ага. Не успел. Второе место, кстати. Хотя я там даже ничего не сделал. А, ну типа точку Б забыл изначально.
Может быть, это как-то засчитало. Да, кстати, еще главный минус, который мне не нравится, его, по-моему, раньше не было. Сейчас идут, сейчас берут больше оплату за, ну, за высокие ранги. Вот. То есть, допустим, если у тебя 9 тысяч, да, и ты сейчас зайдешь в бой, то ты уйдешь в большой минус. Вот. Раньше, по-моему, такого не было. Если у тебя там 9 тысяч, ты все равно, типа, играешь на высоких рангах и, ну, вообще, как бы, пофигу. То есть ты мог даже в плюс уходить, даже если проиграешь. Вот. Так, подожди, Москва, карный бой. Они, подожди, они, а что, они у всех корабли есть? Подожди, малый флот, вот они, да? А, у меня что, еще какие корабли, что ли, нету? Ну-ка, Израиль. Да подожди, а у меня же в советах же был же корабль вроде бы. Или я его, по-моему, убрал. Добавить, переименовать. Флот, пускай так будет. Так. Применить. Это что за танк? А, это ИС. Так, смотри, выбрать технику. У меня же здесь же флот же был. Почему он убрался-то? Шестьсот, да, я уверен. Теперь. Так, а где у меня еще? А, вот F5 какой-то, господи. Ну и название, конечно. Но больше на подлодку похоже. Так, еще Тадити, подожди. Вот он. Ва! Так, и КВ 5 мы убираем, чтобы он нам Б выше не ставил. Так, отправить в отпуск. Все. Все, погнали. Выберите один из... А, танковый, я понял. Так, Москвой. Всё. Античит не интеллизован в выбранном режиме игры. Ты будет включение античита перезагрузить. Ну, в смысле? Ладно, хорошо, давайте сейчас я отправлюсь на паузу, перезапущу и продолжим. Так, ну что, перезапустил я игру. Вот. Так, это что это у нас? Я понял. Ну, это типа, как? Это если по танкам судить, то это типа Мауса. Вот это все легкие танки. Ой, танки, господи, корабли. Так, ну ладно. Москва, карный бой. А в него интересно, кто-то играет вообще, типа, в Москве? В Москве бои, типа. Ну, учитывая то, что он сейчас находит долго сессию, то да. Как-то я тут, короче, играл... The Isle? Помнил. И мне эта игра, кстати, понравилась. Да, прикольная. Вот, я думаю тебе ее снять. Вот. Истребители. Ёптель-моптель. Кстати, поменялось. Очень многое поменялось. Ой. Торпеды надо взять. Так, а что это у нас? Две штуки, да, у нас всего торпеды, я понял. А сколько вес у нее?
Боевая готовность там номер один. Боевым сменам заступить. Самый полный. Голос себе опасно голос. Опасно малая глубина прямо по курсу. Они, кстати, они воду изменили. Она стала намного объемнее. Лево руля. Лево. А что ты мне постоянно сообщишь? Лево. Кто? Боевая тревога. На пересечении кого? Какие группы? А, группы снята. Оба. Ай. Трюмной группе стремить крен. Утону? Серьезно? У меня пробоина была. Я понял. Нет, стой. Да, вот это возьму. 9 торпед, я понял. А, ну это вот этот тяжелый. Лево руля. Руль лево. Господи. Господи. А что происходит? А, это у меня перезарядка. Мяу, помахнул. Союзные войска захватили точку. Эсминец. 220. Дистанция 5000. А что так? Блин, ну если бы он ближе был, бы я попал. Стой. Право руля. Чинить. Руль право. Я не понимаю, куда я плыву. Внимание! Предельный крен на правый борт! Чего? А, я понял. То есть я могу утонуть, да? Имеем повреждения. Так я же их задел. Кстати, дым как-то непонятно будет. Да, меня изменили. Этого раньше не было. Типа, раньше все было проще. Боевая тревога. Мы начинаем побеждать. Мы начинаем побеждать, да, конечно. То есть, если я сейчас скрин типа на правую сделаю, то я вот могу утонуть, руль да? Руль лево на борту. Прямо руль. Руль прямо. Махина просто. Совойска. Слева. Дистанция 6000. Вражеские войска захватили точку. Опа, индивидуум. Право на борт. Руль право на борт. Да не, он быстрый, у меня... Это что сейчас было? Это мои? Нифига себе. А, я понял, это, короче, как в самолетах. Да ты... Я сейчас утону нафиг. В рюмной группе, осушить отсеки. Шутер вверх. Боже, что происходит? Вообще не понимаю. Йоу! Выпускаем нафиг все торпеды, которые у нас есть. Я вам нафиг. Я все торпеды, короче, выпустил. Которые надо, которые не надо. Ну, изменили, да. Вода прям такая объемненькая стала. Лево руля. Руль лево. Интересно, кто-то на мою торпеду наткнется, нет? Союз. Короче, вот этот кругляшок, это... Надо брать, короче, с запасом, Сменит. Чтобы ты попал. Слева. Дистанция 2000. А, я понял. Боевая тревога. Нифига себе он там. Цель. Так, куда я уже? У меня только сейчас надо... Аппарат Эторс. Торпеда вышла. Эсминец. Слева. Дистанция... А куда? Лево на борт. Руль лево на борт. У меня только сейчас надо долететь.
Торпедные аппараты ТОВС. Эсминец. Тут торпеды, у меня торпеды. Попадание. Ну, кажется, ли они нас сейчас убьют? А, это два эсминца, я думал... Ну, это один. Я хочу торпеды выпустить прям на них. Торпедные аппараты ТОВС. Давай, 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 давай. Прям летит, прям летит в него. Пока. На нафиг. А, я понял. А кто? А кто, как? Не, сейчас просто тяжело управлять. Прям максимально тяжело. Сейчас кораблями максимально тяжело управлять. О, это прикольно. Это что-то вот свое вот. Чё, ты утонешь или ты такой будешь плыть? Мне интересно, как он сейчас будет тонуть. Но бои здесь долгие, это сразу видно. То есть я уже три корабля покидал, а у них еще бой идет. Даже еще половины типа нету. Северный порт. Не, прикольно. Корабль к бою и походу приготовить. Самый полный. Только наши, типа, там непонятно как играть. Эсминец. Справа. Дистанция 5000. Боевая стреляет. Тревога. Вот это вот, что это за фигня такая? Это типа, куда мой снаряд упадет? Цель. Катер. Верен. 140. Дистанция 2000. Право руля. По-быстрому. Право. Есть попадание. Лево руля. Руль лево. А что такое? Цель. Эсминец. Я понял, там наш торпедо выпустил. Аварийный и трюмный группа приступить к борьбе за живучесть. Внимание! Имеем серьезные повреждения. Цель. Эсминец. 160. Дистанция 1000. Внимание! Вот критические повреждения! Попадание! Торпедные аппараты ТОВС! Есть попадание! Да ты выпал! Да, с прицела, блин! Говно куска. Кусок. Ну эсминец, я думаю, что нету смысла брать, он медленный. Ну вот это большая вот. Большая часть точек теперь под вражеским контролем. Да не один ты, что ты этот? Ёб твою за ногу, нифига мне тут напихулили. Ёлки-палки. Просто нафиг взяли и уничтожили. Дымы. Пускай дымы. Опасна малая глубина прямо по курсу. Во-в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 о-
понял? Внимание! Повреждение рулевых устройств! Зашибись вообще просто. Да не, а как играть-то, я не понимаю. Я их не убиваю, они меня убивают. Типа, что за бред-то? Очень интересно, я вам так скажу. Но уж извините, но идите вы нафиг. Со своей аркадой. Вот в танковой тут сразу запускается. Кубань. Губка. Ау.
у нас только одна точка. А. Ну, сейчас, короче, стоялого будет. Из ПТ-шки на позиции встанут и все. Хотя у меня тоже есть секретная рыжа. Су-122. Пробиваем практически. Оба. Снаряд ушел. В смысле помощь? Ай. Да ты кто? Все, короче, я выпускаю свое секретное оружие. Вот она. Убийца всех убийц. Сейчас она там такого шорта наведет. Сейчас будет постоянно являться вражеская команда. А у них есть тотал? Блин. Придется попотеть. Но если, конечно, меня закупят, то все, типа, я до свидания с вами. Газу, что ли, работает? Чё там? Кто там поковал? Где он? Чё, всё? Приехали? Куда ты там? Стреляешь! Пять, пацаны, точка. Какой? А, я понял, он скинул. А, да, у него клапа. Чё происходит? Кто там чё всё вечно ломает? Это, короче, своего рода КВ-2. Вот, на фугас. Но здесь фугасы, кстати, идеально работают. Опа. Добрый день. Я ваш учитель. Ой, а чё это так? Да, пожалуйста, хоть эти диски. У меня танк непробиваемый, муточка. Ай, там меня дым кинул. Сверху, видите, вмятина? Это он дым типа кинул мне. Что-то будет, не?
надо сейчас еще все осмотреть, чтобы сзади не заявили. Но они... А как я так поставил этот момент? Блин. Ну ладно, самое главное, что точку забираем. А ее уже забирают. Ну ты молодец, ты остановился вовремя. Опа, сау. Что-то сау. А, что случилось это? Ну его, я его лично не помню. Тебя проныма. Ну да, типа... Блин, зенитки меня убьют. ПТшки меня убивают. Но, допустим, тот же мой совет, да, СУ-120, он мне не сможет убить. Типа у него фугасница. Ну все, только так стоять. Да, нет, даже не отвечал. Внимание на карту! Не, ну мы не выиграем. Если такого нет, танк не запустится. Опа, это кто? Так, мне надо вот сюда вот встать. Ну, давай, давай, давай. Нет, у них замолёт. Нет, ну зачем? Мне не даст бомбу скинуть. Не даст бомбу скинуть. Собака. Да боже! Да у нас два самолета, они не могут один убить. Ну вы серьезно сейчас, что ли? Боже, господи, какие вы обоссанные союзники вообще просто. Вот. Базу не могут нафиг. Точку защитить не могут. Че вы за. Че вы еще танки, блядь? Идите вам в Москву бой. Там вы нужны. Чуть-чуть проверка. Да. А он сейчас, короче, один полетит. Сейчас тут вэшский самолет, он сейчас кинет бомбу на нас. Он сейчас кинет бомбу, потому что он один. Боже, такое стояло, вот такое стояло. Да, все, он будет. И понимаете, он сейчас просто на нас бомбу скинет и все. Вот и весь геймплей. Вот он заходит. Бум, скинул. Скинул. Еще один вперед. Сейчас я вас кого-нибудь сейчас за собой потащу. А, ну и конечно, вражеский самолет сзади у меня заспавнил. А я его убить не могу. Боже, какие, господи, самолетики эти. Союзные войска захватили точку. Все. О-о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 -
Ну, кстати, да, у него больше танков закончилось.
кинул, нет? Че, мне зачитать нету пистолет самолета? Самолет убил! Пушкой! Я понял. Самолет. Просто сюда уже ехать никто не хочет. А, это Су-122. Не, все, бессмысленно, я даже выкатываться на него не буду. Это бессмысленная будет битва. У него фугас, и он меня одним выстрелом убьет. Поэтому нам надо сейчас продержаться как можно дольше. Идем. Честно признаться, я здесь я вот не знаю, что делать. А, точка же у нас же была. Разве нет? Ай, 7 самолетов он убил. Мы бы могли бы затащить на самом деле, если бы я бы не сдох на Су-122. Я просто смотрел на миникату в это время. Когда этот ЗИС поехал. Подъехал ко мне. Вот. Ну что, с вами был Ленокс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот. Скоро будет видос по новой игре. Но ты это узнаешь на моем только канале. Вот. Всем удачи и пока-пока.